Коллеги, всех приветствую. Сегодня мы будем с вами проходить аккредитацию на площадке агентства по государственному заказу. Сначала нам необходимо кликнуть кнопочку «Проекты», далее пролистать и найти нам вот «Сейл приватизация». Это по муниципальным торгам. Дальше нужно нажать кнопочку «Регистрация». Нажимаем «Регистрация продавца», «Регистрация физического лица». Дальше мы видим общие сведения. Просьба зарегистрировать нашу организацию на электронной площадке в качестве участника открытых торгов. В настоящем подтверждаю обработку персональных данных. Так, вид субъекта, фамилия, имя, отчество. Так. Электронный адрес еще не подтвержден. Местонахождение. Реквизиты, документы и история. Окей, просмотр. Так, начать редактирование. Запрос на добавление роли участника. Здесь видим ИНН, пишем мою полную фамилию. Дальше. Сохранить обязательно нажимаем. Дальше местонахождение. Так, все заполнили. Дальше нажимаем сохранить. Дальше нажимаем реквизиты. Здесь у нас адрес почты. Нажимаем реквизиты. Нужно ввести свои данные. Сейчас, секундочку, я все данные переправлю свои. И введу их. Я нахожусь на удаленке. То есть сейчас буквально минуточку. Я нахожусь на удаленке, у меня рядом ребенок, поэтому прошу не обращать внимания. Чего здесь такого страшного нет? Главное — ценность информации. Сейчас я себе реквизиты переправлю. Так, пока паузу сделаю, чтобы забить. Коллеги, вот я забила реквизиты, сейчас нажимаю сохранить. Это все видите? Так, здесь документы. Здесь мне нужно подгрузить свои документы. Так, здесь у меня нажимаю рабочий стол. Документы для аккредитации, паспорт. То есть вбиваю паспорт, добавляется. Дальше добавляю файл INN. И добавляю файл SNILS. Все это нажимаю подписать. Подписать, то есть видите, все это подписано, электронная подпись. Подписать название документа не стала писать, но здесь можно написать документ, удостоверяющий личность, и другие документы. Нажимаю сохранить.
сохранить. Дальше история. Здесь мы все видим. Сведения об организации. Так, сейчас я зайду, подтвержу свой e-mail. Сейчас пока поставлю на паузу. Так, сейчас мы все возвращаемся. Здесь у нас все хорошо. Давайте нажмем просмотр. Подтвердить e-mail. Мне пришла ссылка на подтверждение, я нажимаю подтвердить. Сейчас подпишу электронной подписью. То есть сейчас у нас все подтверждено, все хорошо. Сейчас нам нужно подтверждена, ЦП подтверждена, то есть мы все это подписали. Теперь нам это все нужно отправить на рассмотрение. Отправляем на рассмотрение. Форма содержит пояснение, все, нам здесь пришло физическое лицо. Нет, да так, здесь все прописано. Все мы отправили, теперь нажимаем просмотр. Теперь в течение 3 дней нам придет на почту ответ.